Чем интересны горы, окружающие Жигулевск? Как обустроили набережную? А вы знали, что символом Самарской Луки является лиса? Какие животные проживают в доме Айболита, расположенном в Самарской Луке? Вырос он с людьми, он не боится людей, для волка это ненормальное поведение. Что можно увидеть в уникальном комплексе «Жигулевская мозаика»? Им казалось, что они где-то были недолго, там, может быть, час-два, а возвращались спустя 3 дня. Смотрите программу «Компас ГИС. Туризм без багажа» в среду 7 августа в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».